Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, описание этих работ. Мученичество святого Флориана. Это панно маслом, выполненное около 1520 года немецким художником Альбрехтом Альдорфером. Подписано его монограммой АФА на столбе моста справа. Я пользуюсь Википедией. Эта картина и картина художника «Святой Флориан покидает монастырь» находились в коллекции Спаноки Национальной пинакотеки Сиены до 1114 года, когда они обе были переведены в их нынешний дом в Уффици во Флоренции, чтобы укрепить владение последнего в области Северного Возрождения. Первоначально оно было частью серии работ о жизни австрийца святого Флориана, возможно, первоначально размещенных во вращающей раме. Три других сейчас находятся в Германском национальном музее в Нюрнберге. Святой Флориан, запечатленный на мосту через Энс, святой Флориан перед губернатором и обретение тела святого Флориана. А также по одному Национальной галерее Праги, частной коллекции в Берлине. Вместе они, вероятно, напоминали алтарь святого Себастьяна и его мученичество, написано Альдорфером в Регенсбурге для коллегиальной церкви Линца около 1518 года и, возможно, висели в другой церкви в Линце, возможно, посвященной святому Иоанну. Святой Флориан был римским солдатом из Энса, который, защищая христиан Верхней Австрии в 304 году, принял мученическую смерть с помощью точильного камня, обвязанного вокруг его шеи и брошенного вместе с ним в реку Ин. Позади Флориана, молодого, обнаженного и стоящего на коленях, стоит группа мучителей и простых зрителей, а перед ним большой точильный камень, привязанный к его шее. Его безмятежное принятие мученичества контрастирует с взволнованными и искаженными лицами других персонажей, которые эффектно подчеркивают его святость. Под мостом изображен красивый речной пейзаж. Вот такое описание из Википедии к работе Альбрехта Альдорфера «Мученичество святого Флориана» около 1520 года. Оно масло. Пока-пока, до свидания.